Всем привет! Сейчас мы выучим несколько движений. Эти движения очень просты и подойдут под любой флешмоб. Итак, давайте начнем. Выйдем ножку вперед, наступили, назад, наступили, вперед, назад, завели, приставили, шаг в сторону. Повторяем движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, а восемь. С ручками. Ручки наши работают в противоположную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, следующее движение. Делаем шаг вперед, ручку вперед. Присели. Второй шаг, присели. Делаем шаг назад. Раз, два, три. Приставка. Раз и два. Три и четыре. Пять, шесть, семь. Приставка. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Приставка. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Приставка. Следующее движение. Ручки перед собой, вытянем ножку в сторону, на подушечку, наступили, опустили бедрышко, перевели назад и опять же подняли, наступили. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторили движение. И раз, два, три, приставка, раз, два, три, приставка, раз, два, три, приставка. Вышли на две ножки, ручки вверх, вниз. Корпусом раз проработали, тазовой частью два. Как по делам корпусом? Провалили назад корпус по кругу, раз. Повторили это же движение бедрами, два. И раз, два. Еще раз, в другую сторону делаем. Раз, два, три, приставка. Раз, два, три, приставка. Раз, два, три, приставка. Па-бам, па-бам, па-бам. Следующее движение. Вводим ножку в сторону, ручки вверх, ручки вниз, ручки вверх, ручки вниз, перед собой ручками, раз, два, три, поменяли сторону, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, повторили движение, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, поменяли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, поменяли. Последнее движение. Вывели ручку вперед, сделали шаг, круг ручкой, опустили ручку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вывели ручки вверх, 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 вверх. И повторяем движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь давайте этот танец протанцуем под музыку. А сегодня все. Всем спасибо.